Обзор Audi Q2 изнутри салона. Какой это год? 2019 R-класс. 2019, да? Вот такой обдув у них. Ну, в общем, стекла 18. По стеклам. Конец. Это трехлитровая машина, да? Да. И как, удобно? Удобно, но больше, мне кажется, для женщины. Да? Машина. Маленькая такая, компактная. Да. Ну, резвая такая, да. Расход не знаю, я на ней мало ездил. А это закрыто, что ли? Да, здесь закрыто. Приборы снимаю. Вот. Старт, стоп, автоматик. Угу. Что еще тут есть? Ой, ты попал в кадр. Что тут еще есть? Ничего страшного, что в кадр попал. Это в Лейпциге. Мы тестируем машину. Если кто-то хочет купить, это действительно машина для девушки. Красного цвета. А, она красная, чудо. Вот салон. Вот такой. Вот она снаружи. Что здесь есть кнопка? Ну, вот кнопочка закрывается, сам багажник. Сам багажник закрывается. Давай нажмем. И сюда. Вот сюда. Сам закрылся. Угу, да. Трехлитровый. Ты сказал трехлитровый он, да? 3 литра ДТИ. И, ну, ты сказал, что он не очень быстрый почему-то, да? Ну, может, лошадей. О, колпачки сняли. Вот так выглядит Audi Q2. Баки. Блин, тут направо. А эта штука съемная? Нет? Нет. Я думал, она заезжает, она не заезжает. Не заезжает, да? Жалко. Зато есть вход в USB. Тут все, наверное, наоборот есть, да? Ну вот. Можешь посмотреть меню. Вот карта. Что еще так, тут? Навигация. Есть. Ну, подключать можешь телефон. Bluetooth, да, радио. Все. Это по машине. Компьютер бортовой. Ну и вот дороги города Лейпцига. Кому интересно, смотрите, у кого ностальгия, кто уехал из Лейпцига и скучает по нему, вот вам, смотрите, пару дорог. Это в сторону мы едем Тургауэрплаца. А вот здесь кнопка старта, да? Угу. Отлично. Все, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей Лихий. Пока.